В нашей киноиндустрии всего три актрисы носят фамилию Панина. Широкому зрителю известны лишь две актрисы, тем не менее, о третьей читатели тоже узнают, так как она дочь одной из героинь. Валентина Панина. Известная актриса по многочисленным ролям в сериалах. Она играет характерные образы матерей и бабушек. Валентина Викторовна родилась 6 октября 1946 года, в Омске. Ее отец, хирург, дошедший до Берлина, с мамой Валей он попросился на постой в одну избу в Тверской области. Военврачу понравилась 18-летняя хозяйская дочка. Между ними вспыхнула любовь, и они оформили отношения. Это помогло девушке эвакуироваться в Омск, к родителям мужа. Валентина окончила школу с золотой медалью и поступила в педагогический институт, где была театральная студия. Здесь она стала выходить на сцену, и поняла, что хочет быть актрисой. После двух курса, она с двумя подругами отправилась в Москву и поступила в училище им, Щепкино. После получения диплома в 1968 году, Валентина уехала в Ленинград и стала актрисой театра имени Пушкина, ныне Александринский. А через 16 лет перешла в театр «Балтийский дом». Свою кинокарьеру актриса начала с ролей императриц. Дебютом была Елизавета Петровна в фильме «Баллада о Беринге и его друзьях». Затем вышло 5 фильмов спектаклей с ее участием, а следующая роль в кино была Александра Федоровна, жена Николая I в «Звезде пленительного счастья». Актриса плодотворно снималась, у нее не было простоев в 90-х, ее фильмография составляет 94 работы. Личная жизнь Валентины сложилась не сразу. В Омской театральной студии она познакомилась с Сергеем Паниным, переводчиком. Он приехал в родной город из Индии и зашел в студию, где когда-то занимался. Их эпистолярный роман длился до 1970 года, других романов в студенчестве у Валентины не было. Они стали супругами, а в 1971 году у них родилась дочь Наталья. Но в жизни оказалось все намного прозаичнее, совместный быт и ревность мужа разрушили этот брак. Вторым мужем Валентины стал актер Вадим Никитин, он удочерил Наталью. Она считает его своим отцом. Но через 15 лет и этот брак распался. Третьим мужем актрисы стал Шолохов. Сейчас Валентина вдова. Ее дочь Наталья и есть та самая третья актриса Панина. Она начала сниматься в кино в 10 лет, окончила Щепкинское училище. До 2009 года соглашалась на второстепенные эпизодические роли в кино. Их всего 16, а после полностью отдала себя Александрийскому театру. У ее есть сын, а у Валентины внук, Виктор, названный в честь деда. Анастасия родилась 15 января 1983 года. В ГЭ Северо-Задонске, Тульской области, ее родители не были связаны с миром искусства. Отец шахтер, а мама работала на птицефабрике. С 5 лет Настя вместе со старшей сестрой начала заниматься художественной гимнастикой и стала кандидатом в мастера спорта. После окончания школы, в 2000 году, девушка с семьей переехала в Москву. Становиться актрисой она не собиралась, но однажды увидела объявление в «Бедная Настя». Среди 9000 человек выбрали только 30 самых лучших кандидатов, к своему удивлению, Настя была в числе них. После двухмесячных тренингов, которые вели преподаватели школы-студии МХАТ, Насте предложили продолжить обучение непосредственно в институте. Ее утвердили на роль в сериале, но она выбрала обучение. Получив диплом в 2007 году, она стала актрисой театра имени Пушкина. Ее кинокарьера началась с 3 эпизодических ролей в 2001 году, зато уже в 2005 году Анастасия сыграла свою первую главную роль в фильме «Последняя исповедь». Широкая известность к ней пришла после выхода сериала «Физрук». Актриса играет преимущественно главные роли. Ее фильмография составляет 67 работ: «Вышибала», «Пасечник», «Психологини», «Майор Соколов», «Шуша» и другие. Сейчас в производстве 2 проекта с участием актрисы: «Доктор Надежда» и «Физрук спасает Россию». Анастасия 12 лет счастлива в браке с актером Владимиром Жеребцовым. Они познакомились в театре имени Пушкина. Владимир 2 годами раньше стал актером этого театра. В 2009 году они стали супругами. Их дочери Александре 11 лет. Актриса активно ведет Инстаграм, где часто выкладывает фото своей семьи. Анастасия Панина, подборка.